Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я серьезен, потому что самое опасное шоу «Бум» набирает обороты. Седьмой канал представляет вам самое взрывоопасное шоу на казахстанском телевидении. Сегодня четверо смельчаков попытаются унести от нас 4 миллиона. И, честно говоря, все шансы у них на это есть, потому что ребята с юмором. На сцене Нуртас Адамбай и его Кейзетландия, команда Килинка Сабина. Народные любимцы, вот и сам Нуртас шлет поцелуи воздушные. Итак, команда, капитан команды, собственно говоря, главный герой фильма «Килинка Сабина» Нуртас Адамбай. Аплодисменты Нуртасу. Юморист, КВНщик, актер скетч-комов и успешный бизнесмен. Продюсер собственной продакшн-студии Нуртас Продакшн. Едем дальше. Ерлан Касымжанулы. Да, Ерики, ассаламу алейкум. Актер, КВНщик и просто забавный человек. Коллекционирует часы, сбрасывает вес в бассейне. Пока безрезультатно. Потому что если ходить в бассейн раз в полгода, очень мало что можно достичь. Доверчив, ревнив. Постоянно попадает в забавные ситуации. Пригласил девушку на свидание и забыл, кого пригласил. Сейчас я узнаю у него. В Таиланде на съемках сериала пропустил драку с участием друзей, да, засмотревшись на мартышку, понимаете? Да. Жан из Басаролы. Аплодисменты Жану. Единственный актер, по мнению Нуртаса, который способен справиться с ролью сапога. А что, такая гениальная роль, которую только ты можешь играть? Думаю, да. А почему я не могу сапога сыграть? Вот скажи мне какую-нибудь фразу или сделай что-нибудь, что не могу я. А кто сказал, что я баран? Я не говорил. А ты, Ренат? Я тоже не говорю. А ты действительно талант. Вот, и смотри, как он по-мхатовски до паузы держит. Актерище! И Айнур Ильясова. Аплодисменты единственной девушке. Актриса, исполнительница роли Алтын Шаш в картине «Килинка Сабина. Правдивая история». В детстве пыталась освоить домбру, но строгая учительница отбила охоту, потому что постоянно била ее, да. Дорогие друзья, теперь по правилам, да, по правилам программы. 8 бомб, которые будут появляться из недр земли. Каждый из них соответствует одному вопросу. 4 варианта ответа. Первая, вторая, третья, четвертая бомбы. 3 из них неправильные, 1 правильный. Вы ни в коем случае не должны перерезать, только правильный провод. Все остальные режьте смело. Вы заработаете 4 миллиона только в том случае, если правильно ответите на 8 вопросов и зрите все 8 бомб. У вас есть возможность взять подсказку команды раз за игру. Сами определяете последовательность, в которой вы будете играть со мной. Дорогие друзья, и помните... Помните только одно. Если вы выходите и становитесь рядом с бомбой, вы смотрите только вперед, разговариваете со мной, комментируете, отрезаете только неправильные проводки. Итак, с девизом «Килинки тоже люди» в бой вступает команда «Килинки Сабины». Вот с таким боевым настроем мы начинаем играть. Кто начнет? Начнет самый сапожный из нас. Сапог! Сапог на сцене! Всем остальным поднимайтесь, пожалуйста, туда. А я могу обращаться к тебе, сапог? Без проблем. Так вот, сапике. 4 варианта ответа для первой бомбы. Давай посмотрим на них. Фабрика рекордов. Фабрика слез. Фабрика грез. И фабрика трав. Вопрос. Чё? Как называют алматинский спортивный комплекс Медео? Время. Точно не фабрика слез, это 100%. Точно не фабрика слез. Ты режешь желтый проводок, да? Я режу желтый, все, отрезал. 3, 2, 1. Правильно. Продолжаем. Это не фабрика слез. Давай, смотри. Там же все катаются, травмы получают, нет? Нет, 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 наши казахстанцы молодцы. Зеленый отрезал. 3. Я уверен. 2, 1. Смотри, у нас 40 секунд. Или фабрика грез, это 100%. Фабрика грез? Нет! 3, 2, 1. Бомба нейтрализована. Ура! 4 лева, давайте нам. Да. Наша
наш вот этот вот комплекс называет «Фабрика рекордов», потому что да. каждый год на каких-нибудь соревнованиях ставятся рекорды, не то что внутриазиатские, мировые, я тебе хочу сказать. Бомба номер два, все хорошо у тебя идет, ты спокоен, энергичен, юмористичен. Красавчик. Бомба номер два! Саперы дипломов не покупают. Что-то есть общее между сапог и сапер. Да, да. Сапьёк. Буквы. Буквы, как подсказывают мне. Абсолютно верно. Второй вопрос, вторая бомба, варианты ответа. Овца. Не говорите так с собой. Лошадь. Свинья. Петух. Именно так Нурдас Адамбаев ругается на своих друзей. Какой год по восточному календарю наступит в 2015 году? У тебя есть возможность помочь команде. Время! Думаю, что не свинья. Не, хотя они порки едят, там тоже лошадь. Какая связь? Какой восточный календарь? Хорошо, какой год сейчас? Я не знаю, я не помню. Какой наступит? Ну, я думаю, что точно не петух, наверное. Все, не петух? Я думаю, что так. Три. Да, да, да. Два. Черт возьми. Молодец, молодец. Один. Да, это не петух. Продолжайте. Может быть, свинья? Сама такая. Нет, не свинья. Я не думаю, свинья? Что... Думаю, что нет. Все, отрезал. Три. Два. Один. Молодец! Продолжай. Молодец! Ё-моё, овца, лошадь, лошадь, овца, овца, лошадь. Овца или лошадь? Какой год наступит в 2015 году? Лошадь же наступит, да? Лошади. Или овца наступит? Овцы или лошади? Овца. Время! Чем быстрее время у нас время. Исходит баранина, уже. Шашлык. Сапог, время, ты лучший! Время, время, время! Какое? Время. Ты должен резать, чуть быстрее, сапог! Время, время! Сейчас бомба взорвется, режь что-нибудь! Синий! Три, два, один. Держи! Иди сюда получать по шее! Год лошади! Хазы? Год лошади! Это год 2014-й! Вот сейчас какой год? Год лошади. Я? Год лошади, ну, что ты ли? Не получал, неужели, с 2013-2014 лошадей? Везде нарисован этот лошадь. Ты думаешь, не зачем в городе это все рисует? Иго-го. Хватит уже кричать. У нас юмористическое доброе шоу. Блин, слушай, блин. К сожалению, сапог, ты покидаешь нас. Продолжаем игру с командой Келинка Сабина. И у нас сейчас будет играть единственная девушка в этой команде. Да, пожалуйста, прошу вас, давайте поаплодируем. Давай, Айнура. Айнура. Давай, давай, Айнур. Здравствуйте. Скажите, как вам живется в этом мужском коллективе с этими вот творческими людьми? Импозантными мужчинами. Отлично. Самые лучшие мужчины, самые лучшие друзья, самые лучшие Вы не говорите так, как вас заставил говорить. Давайте говорите так, как будто... Если честно, надоело уже. Да вот! Вот! Ну все, наконец-таки Анна Сагранов смогла обратиться, донести, что не только Сабину нужно спасать, но и ее нужно спасать, Айнуру. Давайте увидим бомбу номер три. Больше всего я не хочу запачкаться. Слушай логику, слушай сердце, слушай внутренний голос. Иногда можешь обратиться к команде, есть подсказка, но в основном слушай себя и иногда меня. Иногда, да, это ключевое слово. Четыре варианта ответа, внимание на экран. На иностранном языке. Без предоставления документов. По мобильному телефону и по четвергам. Вопрос звучит следующим образом. В Казахстане запрещено обращаться к государственным чиновникам. Троеточие. Вопрос. Значит. Так. Я не соответственно, вижу. Тебе нужно убрать. Тебе нужно убрать, как можно обращаться к государственным чиновникам. Вот смотри, на иностранном языке можно обращаться? Предоставление можно ли? Как можно? Давай вот так. Айнура, впереди, перед собой смотри. И чуть быстрее. Как можно обращаться к госчиновникам? Возьмешь подсказку, может? Говори со мной, говори. Так, посмотри на меня. На иностранном языке как? Можно. На иностранном языке можно. Перелезаем. Ждем. Три,
два, один. Офигеть. Да ничего, братуха. Офигеть. Даже Ерма рядом. К сожалению. Она столько гримировалась на эту передачу. Часы грима. 17 часов грима. 18 часов изучения интернета и всевозможных порталов. Как так? Вопросы истории Казахстана, географии, химии, биологии, анатомии. Все в никуда. Потому что в нашей стране нельзя обращаться к чиновникам на иностранном языке. Ты покидаешь нашу игру, теперь ты будешь болеть за двух оставшихся игроков. Это была третья бомба, впереди еще 2 миллиона да, и 2 игрока. Кет. Аплодисменты. А я предлагаю с тобой продолжить игру. Давайте. Давай. Давай. Пойдем, давай, пойдем. Давай, пойдем. Давай, я прям с тобой пойду. Ай-яй-яй, готов? 3-4, пошли. Давай, 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 бомба. Да, Ерлан, вам нельзя уже волноваться, потому что волнение сгубило двух участников вашей программы. Это, конечно, не съемки, где вы как птица в небе, как рыба в воде, как нутас в ауле. Это, конечно, да, по-другому. Четвертая бомба. Вопрос, варианты. Пешбармак. Твоя тема. Нормально. Курда. Бардак. Вот тоже твоя тема. Шужик. Шужик. Коктал. Коктал. Вопрос. Какое блюдо казахской кухни нельзя приготовить без рыбы? Все остальные можно приготовить без рыбы. Так. Какое блюдо нельзя? Последовательно. Шужик. Без рыбы приготовить можно. Можно? Можно. Шужик, без рыбы приготовить шужик. Можно. Шужик, все, перерезаем шужик. Три. Молодец. Нет, ближе. Два. А, ближе? Ближе, да еще. Один. Еще. Не бойся, давайте. Молодец. Бабки давайте, бабки. Какое блюдо еще можно приготовить без рыбы? Курдах можно приготовить без рыбы. Можно без рыбы, давай. Курдах это желтый, да? Желтый это курдах. Можно приготовить без рыбы. Можно приготовить, молодец. Еще ближе подойди. Еще! Один. Молодец! Бабки, давайте, бабки! Красавчик! Бешбармак, коктал! Бешбармак можно приготовить можно? Без рыбы, да. Можно, да. Без рыбы нельзя приготовить что? Без рыбы нельзя приготовить коктал. Коктал, правильно, он зеленый, беж синий, ты его режешь, правильно? Да. Правильно. Их любит еще коммунитарен за сналь! Три. Не бойся! Два. Ерла. Один. Бомба! Бомба под номером 4. Дальше сложнее. Дальше сложнее. Итак, сейчас появится пятая бомба. У тебя есть подсказка, но я советую, конечно, не использовать. Встречаем бомба номер 5. А что это такой за танец у тебя? Это такой своеобразный танец. Это специально. О, уже 5, да, вариант? Пятая бомба, 5 вариантов ответа. Смотрим. Ватерполо. Гандбол. Бейсбол. Регби. Хоккей. Любой уважающий мужчина знает, что это за игры. А быть может даже играл в них. Вопрос. В какой из этих спортивных игр нет ворот? Время. Так, время. Хоккей. Давай рассуждать, где есть ворота. В хоккее ворота есть. Есть хоккей, хоккей точно. Ворота уверен, есть. Да, это хоккей оранжевый, это да? Оранжевый. А какой из них оранжевый? Последний ворот. Вот да, 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 да. В хоккее есть ворота. Три. Да. Два. Да, просто бегать же. Один. Конечно же, в хоккее есть ворота. Молодец, Серна, молодец. Еще есть ворота. Так. Ворота где есть? В гандболе есть ворота? В гандболе ворота есть. 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 Все, давай желтенький, да? Ну, согласно твоей логике. Я ни на чем не настаиваю. Три. Два. Один. А есть ворота? Есть, я... есть, продолжайте. Есть. Все, давай, ты не сомневайся в себе, да? Да, да. У тебя, смотри. У тебя 30 секунд, ватерпола. Ерва. Ватерпола есть? Это вот где? Да, да, ватерпола. Конечно, конечно, да? Ватерпола. Так, это синий, да? Да. Оп.
Три. Ватерпола, бар. Ворота, бар. Два. Эх, зря, зря. Один. Нет. Правильно. Молодец. Все, 20 секунд у нас с тобой, скажи 20 мне. 20 секунд. Вот бейсбол и регби, где нет ворот, как ты думаешь? Я думаю, что в регби нет ворот. В регби нет ворот. А в бейсболе? В бейсболе есть ворота, да? В бейсболе есть ворота? Где ты там видел ворота? Ты перерезаешь, что? Что он сделал? Три. Правильно. Два. Есть там ворота? Вот. Один. Бомба. Молодец, Сева, молодец! 2 миллиона! Бомба номер 6! Давай увидим с тобой вариант ответа для 6-й бомбы. Изумрудный квартал в Астане. Гостиница «Казахстан» в Алматы. Башня КТЖ в Астане. Есентай Тауэр в Алматы. И Хан Шатыр в Астане. Вопрос. Какое из этих зданий Казахстана самое высокое? Есть подсказка, напоминаю, а пока время. Хорошо, какие здания ниже, чем все остальные? Давай, тишина в зале, полнейшая тишина. Тишина в зале. Я думаю, изумрудный квартал в Астане ниже. Ниже, да? Да. Синий провод. Да. Ждем. Три, два, один. Как? Это же самый это высокий. Это самое высокое здание. Изумрудный квартал в Астане? Нет. КТЖ самое высокое. Надо же. Высота изумрудного квартала в Астане 201 метр. Самое высокое здание. Надо же. Ну, это была 6-я бомба. Извиняйте меня, друзья. Он сделал все, что мог. Да. Молодец. Я красавчик. Рахмет. Сразу после рекламы мы узнаем, чем закончилось невероятное путешествие Келинки Сабина, точнее, команды Нуртас Атамбаев. Шоу «Бум» на 7-м канале. Скоро вернемся. На сцене капитан, на сцене Келинка Сабина, и он же Нуртас Адамбай. Встречаем! Давай, Нуртасике! Да, все нормально, ты сможешь, сможешь! Воу-воу-воу! Впереди две бомбы, номер 7 и номер 8. Только в этом случае, обезвредив их, вы заработаете 1 миллион. Три уже ушло, так же, как и все твои участники. У тебя есть одна подсказка, вот команды, вдруг они знают. Бомба номер 7! Нуртас, давай, молодец! 5 вариантов ответа. Давай с тобой посмотрим, что это за ответы. Фицджеральд. Бенджамин. Франклин. Джеральд. Авраам. Авраам Руссо. Знаю, что скоро тебя потеряю. Джеральд Батлер, да? Будьте добры, вопрос. Какое второе имя было у американского президента Джона Кеннеди? А у него что, два имени было? Второе имя. Есть подсказка у тебя. Ты на 10 секунд можешь прерваться и уйти к команде. Хорошо, давай пойдем так. Короче, не Авраам. Что не было? Не Авраам. Не Авраам. Это последнее. Это оранжевый. Вот это, да? Да, 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 да. Мясо. Три. Два. Один. Нормально, нормально. Не Авраам. Это не Джон Авраам. Потому что Авраам, да. Он Руссо. Да. Дальше. А, дальше надо? Так, не Бенджамин. Не Бенджамин. Потому не что желтый, Бенджамин, да? Баттон. Ага, Бенджамин Баттон. Три. Да. Не может совпадать. Два. Да. Один. Да, это не Джон Бенджамин Кеннеди. Франклин Джеральд. Не Франклин. Потому что Франклин Делано Рузвельт был такой. Но не Кеннеди. Три. Два. Один. Да. Базар нет. Базар нет. Смотри, ну сейчас у нас 30 секунд. Фицджеральд или Джеральд? Что ты хочешь сначала оставить? Как ты считаешь, какое второе имя было? Тишина в зале, тишина в команде. Есть подсказка, но ее глупо сейчас использовать уже. Не Джеральд. Три, два, один. Бомба. Все, базар! Красавчик!
поднимайте бабки. Муртаз, лям нужен, лям нужен. Молодец. Вы еще похожи просто. Молодец. Конечно же, Джон Фиджеральд Кеннеди. На кону, на самом деле, неплохая сумма. Да, 3 миллиона уже исчезло. Но, я думаю, 1 миллион нам с вами вполне по силам заработать. Тем более, вся команда смотрит сейчас на вас. Они ждут только правильного решения. Бомба номер 8 немножко изменится. Но я напомню, что вы еще сохранили подсказку своей команды. А вы можете подбежать к ним, стукнуть и уйти. А можете попросить помощи. Вдруг окажется, что сапог у нас невероятно крут в этой области. Если будет какой-то вариант с овцой, то я... физики. Я побегу туда и спрошу, потому что по овцам специалисты там стоят. Это 7-й канал, это шоу «Бум». Самое опасное шоу нашего телевидения. Это суперфинал. 1 миллион. Нуртаз Адамбаев, Келинка Сабина. 8-я бомба. Говоря, супербомба какая-то. Весьма страшно. Серая какая-то она. Весьма слишком. Страшно. Серебристая. Серая бомба. 8 вариантов ответа. 7 неправильных. Но я хочу сказать, что есть одна хорошая новость. Одна хорошая новость. У тебя 2 минуты. Давай посмотрим с тобой очень внимательно. Я на каждом буду останавливаться, чтобы ты проживал этот вариант. Будьте добры. Маджонг. Тетрис. Судоку. Реверси. Шашки. Рензю, Тогускумылак. Наконец-то нормальный. Нарды. Какая из этих игр построена на числах? Начали! Одна из них на числах построена, одна, да? Одна построена, все остальные не на числах. Короче, Тетрис не числа, да? Тетрис — там же это не числа. Кубики все. Всякие, да? Сразу желтый уходит. 3. Смотри вперед, Нуртаз. 2. 1. Тетрис нет цифр там. Да. Что еще построено не на числах? Шашки. Шашки не на числах, оранжевый. Я чемпион своей комнаты был по шашкам в детстве. 3. Смотри на бомбу, Нуртаз. 2. На шашки ты что? 1. Правильно. Продолжаем. Продолжаем. Что такое Тогускумылак? Тогускумылак — это камни, но там камни. Нету чисел, да. Белый. Да. Тоже не числа, да? Да. 3. Да. 2. Меня другие напрягают. 1. Вдруг там... Да. Продолжайте. Нарды. Нарды, числа. Нету там числа, там же вот эти. У кого нет денег на нормальные нарды, от шашек берут вот эти штуки. Да, и ходят ими, да? Да. Вот нарды — это, да? Последний, да, абсолютно верно. Ты считаешь, что нарды тоже уходят? Да, да, да. Ну там нету числа. Это же деревяшки. 2. И эти. 1. Правильно. Продолжайте. Все, у нас, смотри, у нас минута 20 секунд, у нас 4 варианта, все хорошо. Можешь взять подсказку, может быть, ребята знают. Можешь воспользоваться ей, потому что потом ты ей не воспользуешься больше. Давай продолжать, да? Маджон, Крензю, Судоку, Реверси. Ну вот. Это уже сложнее. Чуть быстрее, Нуртаз. Время очень мало. Не, просто если не от обратного исходить, а... Если кто построено на числах? Короче, не Реверси вот этот. Я не знаю, зеленый что это уходит. Такое, но это не Реверси. Наверное. 3, 2, 1. Нет. Молодец! Браво! У нас хватает времени поговорить со мной немножко. Что ты хочешь оставить вообще изначально? Что, по-твоему, построено на числах? Не, по идее, у меня на айфоне есть игра Судоку. Там числа, ё-моё. Ну, в ней есть числа. Поэтому не Рензю стопудово. 3. Может, там тоже есть числа? Ну, Тас, я уже... Не можешь два правильных ответа. 1. Продолжайте. Стоп, возьми подсказку команды, смешно будет. Возьми подсказку, советую. Давай, давай. Стоп, стоп, время, стоп, секундомер. Стоп, время. Иди сюда, 10 секунд. Чё, Холлиснер? Короче, давай, этот, чё, нормально всё? Чё, как сам? Чё там завтра, во сколько съемки? А я не знаю. Изумрудный квартал в Астане. А овца там тоже должно обсуждаться что-то там по поводу овца. Возвращайся, возвращайся, возвращайся! Они не слушают меня. Короче, числа! Числа в Судоку, стопудово! Вы выиграли... Я поздравляю Нуртаза, поздравляю его команду, поздравляю Ерлан, поздравляю Айнур с победой в этой с этой командой в нашей программе.
седьмой канал и команда «Килинки с обеды», которая в скором времени появится на всех экранах нашей страны, сегодня завоевала 1 миллион. Седьмой канал «Шоу Буб». Верьте, и обязательно удача улыбнется. Пока! Пока!